Друзья, всем привет! Напоминаем, что не забываем подписываться на наш канал, если вы хотите, чтобы Коблева выпускала видео каждый день. Обязательно напишите нам в комментариях, какие места Коблева вы хотите видеть. Ну и обязательно напишите нам, как часто вы желаете видеть такие видео. Не забывайте нажать на подписку и на колокольчик. А мы делаем вечернюю прогулочку 5 мая 2020 года. Карантин в стране, карантин в мире. Но Коблево — это особенное место, где хочется быть уже сегодня. Вот так выглядит вечерний пляж. Обратить ваше внимание на то, что может быть даже для кого-то отсутствие людей в Коблево — это большой плюс, потому что многие базы отдыха стараются построить новые корпуса, новые отели. Мы немножечко позже на нашем сайте Коблево.инфо расскажем, что это там такое строится. Да, не забывайте, что... Не забывайте, что на сайте Коблево.инфо есть актуальный выбор жилья, мест для жилья с подробными ценами, описанием, фото и видео. А также на сайте Коблево.инфо можно найти, детально ознакомиться с местами, где поесть, точные цены, меню ресторанов и многих заведений, кафе в Коблево. Отличная погода, морька. На самом деле, есть в этом что-то особенное, когда ты гуляешь по пляжу и понимаешь, что 1 мая должен был быть открыт сезон, но нет никого, просто с одной стороны, с другой стороны, с другой стороны. Николаевских баз, там, где закат уже произошел, в принципе, очень красиво начинается видеть все, что планирует работать или работает уже сегодня. Напомним, что многие отели, коттеджи, кемпинги и отдельные домики можно арендовать прямо сегодня. Если вы хотите отдыхать вдали от других курортников, мы советуем вам перейти на нашем сайте на раздел Коблево коттеджи и выбрать домик для себя. Так вы будете отдыхать отдельно от всех, не беспокоясь о том, что можно вот заразиться тем, что сейчас на фоне происходит. Правда, не очень смешно, но все же это есть. Мы надеемся, что курортный сезон лета 2020 все-таки произойдет. Не надеемся, а даже уверены в этом. Просто стоит понимать, что многие люди захотят отдыхать отдельно. Пёсель, местный житель. В Коблево на сегодняшний день очень много собак, но, знаете, они все дружелюбны, они могут порычать, а многие, видите, даже боятся. Не? Боишься? Пойдем дальше. Друзья, напоминаем, если вы еще не подписались на наш канал, сделайте это прямо сейчас, поскольку на нашем канале мы показываем очень много мест касательно Коблево и ближайших мест, где можно отдохнуть или отправиться на экскурсию. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы быть в курсе наших новых видео. А такие видеообзоры мы будем стараться делать каждый день.
вечерний пляж, вечернее Коблево.